Друзья, добрый день. Меня зовут Лосинок Евгений. Сейчас я для вас нахожусь в Таиланде, в Паттайе. Отель, который мы будем с вами инспектировать, это Heritage Pattaya Beach Resort. Это красиво у них. В тайском стиле такие крыши. Это номера с видом прямо и с выходом в бассейн собственный. Ну, в общий бассейн. Видите значок, что дуриан в номер проносить нельзя. Тип номера делюкс. Здесь есть ванна, есть душ, обычная кабинка. Кропического душа тут нету. Окно спальня. Халаты. Тапочки, там вот спрятался сейф, чайный уголок, большой холодильник с мини-баром, покрытие здесь у нас плитка на входе, потом идет ламинат, большая кровать, кресло для отдыха, диван, плазменный телевизор, кондиционер центральный, балкон большой, здесь уже больше, чем в предыдущем типе номера, который мы смотрели. Два кресла, столик, вид боковой на море и территорию отеля. Вот у нас территория отеля. Хочу сбегать на пляж, посмотреть, какой здесь пляж. Видно, что он в шаговой доступности. Ага, вот еще один бассейн у нас. Здесь же у нас ресторан. Тридцать семь одиннадцать Ocean View. Ванна, душ. Практического души нету, просто душевая кабина. Это у нас номер. Большая кровать, вид на море, плазменный телевизор, музыкальный центр, холодильник, чайный уголок. Балкон большой. Средних размеров он. Вид на море. На территорию. Вот он. Несколько бассейнов. Один, два, три. Еще. И вот он пляж. Пляж у них закрывается. Войти в отель просто так у вас не получится. Песок. И променад проходит. И вот он, охранник, видите, сидит, запускает и выпускает людей. И это весь отель. Красивый отель. Друзья, если вы хотите в этот отель, обращайтесь. Я буду рад вам помочь организовать поездку для отдыха в Таиланд. В любые отели, которые здесь есть. Вы можете найти мои контакты снизу в описании. Звоните, пишите, буду рад вам помочь отдохнуть. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.